Я люблю, я ценю этих людей, которые сделали очень многое для расцвета нашего округа. Мы продолжаем разговор с отличником народного просвещения, депутатом окружного собрания Ольгой Каменевой, начатой в прошлых двух частях программы «Знакомый-незнакомый человек». Будучи очень активным и неравнодушным человеком по природе, Ольга Федоровна на общественных началах входит в несколько попечительских детских фондов, ведет большую работу и в других общественных организациях. А когда в прошлом году в стране учредили движение «Матери России», она не могла не войти в эту организацию, так как проблемы детства и материнства для нее не чужие. Она сама и педагог, и мама, и бабушка, а поэтому и повышенное внимание к этой области социальной жизни для нее очень важно. Наша организация ведь только-только зарождается, мы еще даже не зарегистрированы. Но «Матери России» – это та организация, которая защищает, поддерживает всех матерей. Угу. Особенно многодетных, матерей-одиночек, матерей с разной жизненной позицией. Общественному объединению «Матери России» всего год, но это уже очень большая организация, в правление которой входят известные женщины нашей страны. А Ольга Федоровна стоит у руля движения ВНАО и представляет наш округ на столичных форумах. Интересно, что в движение входит даже один мужчина – поэт Илья Резник. Столько женщин, столько матерей, и актрисы, и политики женщины. Интересно, Резник – в качестве кого? Ну, когда я, конечно, до этого уже посмотрела документы, поэтому я поняла, что он председатель попечительского совета. И он тогда на этой конференции впервые мы послушали в исполнении хора детского гимн. Гимн движения «Матери России». Кто поет колыбельную ку? Автор гимна «Матерей России» Илья Резник, как уже сказали, являясь председателем попечительского совета движения, на первой учредительной конференции сказал слова, которые Ольга Федоровна хорошо запомнила. И он сказал замечательные слова. «Мать может все, и мать обязана все делать, но это не совсем правильно. Чтобы у любой матери России получилось, чтобы его дети ее выросли патриотами России, чтобы они любили труд, чтобы они ценили свое отечество и все живое вокруг, в первую очередь должны помогать мужчины». Накануне всенародного праздника 70-летней годовщины Дня Победы, конечно, многим пережившим Великую Отечественную войну 41-45 годов вспоминаются те годы по-разному. И Ольга Федоровна вспоминает, что когда отец ушел воевать, главными кормильцами в семье стали ее старшие братья, которые, впрочем, тоже были еще совсем пацанами. Ну, ведь семья большая, тем более отец ушел рано, и мы вот остались у мамы вместе с мамой, нас много, и добытчиками, охотниками были мои братья, которые чуть старше меня. Вот, например, там, если мне 5 лет, то, значит, там им 7, 9, 12. Вот они добытчики. Я вот помню, как и Валера, и Николай, и Славик, они силками ловили и плашками, так и называли плашки, пунушек. С одной стороны, конечно, и жалко было на это смотреть, но какой был наваристый суп, и мы радовались, что у мальчиков моих, у братьев моих это получалось. И это была действительно помощь для семьи. А чуть повзрослев, братья стали добывать зайцев и куропаток. Пытались они приобщить к этому делу и сестру, но Ольге это было мало интересно, да и хлопот по хозяйству всегда хватало. Мне хватало просто домашних дел. Я должна была вовремя порядок навести в доме, не в квартире, в доме. Вот. Маме помочь в других многих делах. Хозяйственные, домашние дела меня увлекали. Мне вот мужским делом заниматься было не положено.
Мало кто знает, что Ольга Федоровна вполне прилично играет на аккордеоне. К сожалению, этого инструмента у нас под рукой не оказалось, но героиня программы с удовольствием вспомнила годы обучения в педучилище, где среди предметов она постигала и фортепиано, а после аккордеон. И, конечно, педагогов, кто обучал игре на музыкальных инструментах. Вначале я попала очень сильному педагогу Светлане Александровне Епифановой. Вот они, супруги Епифановы, Олег и Светлана, работали у нас в педучилище, музыканты. Затем Светлана Александровна еще раз я встретилась, тогда я была студенткой, она преподавателем, а в 90-х годах она была председателем городского совета, а я была депутатом городского совета. Вот мы снова с ней пересеклись. Владея музыкой, владея песней, может быть, и голосом, но если еще, дай бог, и талантом владения инструментом, это просто счастье, конечно. Я обучалась, конечно, у Светланы Александровны на фортепиано. И мне всегда говорила мама моя: Оля, ну как же мы это, вот этот большой как ящик, она скажет, или вот этот как, вот мы нам его никогда не купить, мы не сможем. И Ольга стала думать, как, не обидев своего прежнего педагога, перевестись на другой музыкальный инструмент, на аккордеон. В итоге это получилось, и сейчас Ольга Федоровна с теплом вспоминает о другом своем педагоге по музыке. Тоже известный в округе учитель-музыканту Шерстобоевой Вере Николаевне. Вот она тогда создала первый хор в педучилище, а обучала она на аккордеоне. Как распахнет меха аккордеон. И да, и представляете, когда я закончила педучилище, стала работать, и мне, конечно, на свою зарплату я не могла, но с помощью мамы я приобрела очень дорогой по тем временам, да и вообще стоящий вальтмейстер. Не очень большой, конечно. Но так уж случилось, что я уехала когда на Врандей. Мама моя по доброте души, без моего разрешения и ведома, отдала на сельскую свадьбу. И после этого я уже аккордеона не видела. Конечно, потерять такой инструмент было для Ольги неприятным сюрпризом, но другой она уже не покупала. Все думала, вот скоро вновь займусь музыкой. Но дела, семья, общественная жизнь забирали все время. Мне было до слез обидно. Я всегда как-то мечтала, что я смогу и буду продолжать, потому что я играла, я владела. Ну вот как-то потом семья, потом дети. Я думаю, что будут времена, я, наверное, и займусь этим. Однако пока на первом месте у нее внуки. Они растут, и бабушка, когда позволяет время, старается проводить его с ними. И даже по возможности показать им мир, особенно заповедные места России. Очень люблю путешествовать. Стараюсь в разных местах побывать. А сейчас, когда вы на кухню, если заходили и взглянули, то там у меня висит картина чудеснейшего озера Байкал. Вот моя мечта – свозить моих внуков, вот мой старший Виталий, младший. Сама хочу в это место попасть. Я очень люблю море, вот здесь, и, наверное, тоже видите, я купаю своего младшего внука. В России текущий год объявлен годом литературы. И, конечно, в разговоре с Ольгой Федоровной, которая в свое время сама вела уроки в средних классах по русскому языку и литературе, мы не могли не вспомнить наших замечательных ненецких писателей и поэтов Алексея Пичкова, Прокопия Евтысова, Василия Литкова, кто сегодня по праву считается национальными классиками. Я люблю, я ценю этих людей, которые сделали очень многое для расцвета нашего округа, и их книги, и детские книги, и книги, предназначенные для взрослого населения, они у меня, конечно, есть. У меня есть и подарочные наборы вот именно этих книг, потому что по службе, по долгу службы, по работе депутатской мне приходится общаться в командировках с разными людьми. А главное, это моя задача – показать, чем живет наш округ. А для этого они должны знать героев наших дней, нашего округа. Плюс ко всем перечисленным ранее общественным нагрузкам, Ольга Федоровна еще активно работает и в Союзе пенсионеров НАО. Там она заместитель председателя Союза. И когда разговор заходит о пожилых людях, героиня программы не скрывает своего благодарного отношения к людям, как сейчас говорят, высокого возраста. Конечно, я хочу сказать огромное спасибо людям старшего поколения за то, что каждый из них старается подарить тепло души, но и
умение трудиться. Каждая бабушка, дедушка, живущие на селе и здесь, они хотят, чтобы наш народ, наш окружной народ, люди нашего округа были трудолюбивы.